Привет! С вами канал Идей, и это охрипшая Оксана, и школьница Полина, первоклассница, и маленький Лизюха. Ну что, вот и подошел к концу наш сегодня первый учебный день. Мама на нервах вся охрипла, осипла. Черт знает, как выглядит. Ну, счастлива безумно, что у ребенка начался новый этап. Ребенку все нравится. Мои переживания отошли уже на второй план. И думаю, что мы будем готовы трудиться, учиться. И все у нас получится. Сегодня... А теперь я хочу в школу. О, здорово. Видите, как все меняется. Мы сидим как раз вот... У нас сегодня первый день закончился, как я уже сказала. Сегодня у нас было 3 урока. И вот мы здесь сегодня, погода хорошая. Сели на заднем дворе нашей школы. Вот там кусочек нашей школы. Вот. Когда я сегодня увидела своего ребенка, я стою, жду ребенка, конец, значит, уроков, прозвенел звонок, я стою, ищу своего ребенка, все со столпой мамочек. А ребенок, оказывается, с другой стороны был. А ребенок мой самостоятельный, пошла сама, взяла одежду свою, уже сидит, переодевается, ждет маму. В общем, умничка у меня доча. Сегодня день у нас начался с того, что мама боялась, очень боялась проспать. Ну ничего, проспала каждые 15 минут. Снились мне учебники, которые я вчера оборачивала, заворачивала. Поделюсь с вами обязательно, как оказалось, это не так просто найти вообще обложку, обернуть ее, чтобы учебник... Мы все перескали вчера. Да, все, это просто кошмар какой-то. Ну, в общем, поделюсь с вами, как мы обернули наши учебники. Это получилось довольно-таки симпатично. Во-первых, симпатично, во-вторых, практично, и в-третьих, удобно для самого ребенка. Вот. Ну, это посмотрите в другом нашем видео, специально мы сделаем. Это какого цвета, это такого цвета, это такого да, цвета. Секреты все это не раздавай. В общем, вот, проснулись, боялись проспать, не проспали, замечательно добрались, все вовремя. Вот. Что самое смешное было, когда мы пришли в класс, Полина села, нашла сразу свое место, которое мы обозначили вчера. А, в классе, умничка. Но вот тот факт, что мы, родители, все-таки не можем отпустить своих детей от себя, это точно, это вот факт просто. Надо было снимать нас со стороны, когда мы отдали своих родителей, ой, своих детей в класс, и стоим, и ждем, как будто нас держат за подол юбки, и не можем отпустить, и уже урок должен начаться, а мы все еще стоим в классе. Учительница нам сказала: не переживайте, родители, идите домой, отдыхайте, у вас есть время, отдохните, соберитесь с мыслями, все будет нормально, не переживайте. Вам нельзя нервничать. Вам нельзя нервничать, правда, еще целый год впереди. В общем, здорово, учительница я наша очень довольна, умница она у нас. Вот. Ну, а Полина, я думаю, сейчас поделится с нашими впечатлениями. Да, у нас, я скажу, что у нас было сегодня 3 урока. А первая была физкультура. Ну, физкультура была такая теория. Вот, в классе. Что-то рассказывали, да, им, видимо. Второй урок был у нас что? Нет, еще после физкультуры в классе мы еще пошли в столовую. О, в столовую, да. Как вкусно их покормили. Да, в Эстонии... кушают бесплатно. Детки, да, даже двухразовое питание вроде как. Я что-то все, столько информации точно вам не скажу, боюсь обмануть. Но то, что один раз кормят, сейчас их точно. А значит, у нас была сегодня математика и эстонский язык, да? Да. Эстонский язык у нас по группам. А у нас, я напомню, что мы пошли в класс частичного погружения в эстонский язык. То есть у нас какая-то часть предметов, в частности, самый эстонский, физкультура, искусство, труд. Такие предметы у нас и природоведение, они идут на эстонском языке. Ну что, Полина, расскажи, поделись, как это сидеть за партой? 45 минут. Ну, чего сегодня вы делали, что? Расскажи. Я на эстонском сижу, ничего не понимаю, у меня большие глаза, смотрю на учительницу. Ну ничего, это первый раз, все нормально. Ты же в садике хорошо ориентировалась. На математике что вы делали? Считали? На математике, да, мы считали. Ну все получалось, да? У нас математика была короткая. Короткая, ну замечательно. У нас еще домашнее задание есть. Ой, домашнее задание. Боже мой, это все так боялись. Мне сегодня сказали, девочки, еще домашнее задание делали, ты уже без голоса. Ну все-таки она еще ребенок, господи, какой же ты ребенок, зайка моя.
Беги, беги, беги. Решили сходить поздравить наших воспитателей. Тоже с Днем Знаний. Немножко с опозданием. Но ничего. Вот так вот выглядит наш садик, в котором провели чудесное, чудесное, чудесное время. Ну пошли! Пошли, пошли! Здравствуйте! Здравствуйте! Ты моя красавица. Ой, спасибо. Спасибо, моя девочка. Ой. Я теперь на самом деле первоклассник. Первоклассник ученик. Ну что, все, это последнее задание было у нас. Да? Справилась? Да. Не тяжело было? Чуть-чуть. Ну что, заслужила отдых. Видела, у нас там Тиволи приехали. Да. Сейчас пойдем прокатимся на чем-нибудь. Здорово? Да. Ну все, молодец.